Ранее в откровениях. Кто-то записку оставил. Добро пожаловать в Кирлинг. Бля! Ты чего вообще лопочешь? Учусь смотреть на действительность. Я делал то, что считал правильным. Мы будем знать друг друга вдоль и поперек. Ты убила ее. Папа! Прости, я была очень плохой дочерью! Карга заплатит за то, что сделала с мужем. Я разобью тебя голыми руками. Ты безупречна. Через 6 месяцев ты очнешься уже мной. И мир очень сильно испугается. Спокойной ночи, моя дорогая. Сладких снов. Все это упущенное время. Вся моя жизнь – прелюдия к моему истинному рождению. Время встретить причину наших бед. Что это за место? Без понятия, если честно. Я так понимаю, что... Ищем смотрительницу. Девочка вниз, да? Поехала на лифту. Надо будет ее потом спасти. Так, что за звуки? Иди сюда. На экраны. Почти все эти места мы прошли. Она следила за каждым нашим шагом. Слышь, а не сильно ли много у нее тут мониторов? Я думаю, можно было бы еще больше сделать. Шлюз изменил направление течения воды. Да, но где? Не помню это место. И я без понятия. Ладно, наверное, нам придется пройти. А не, наверное, не нам. Я понял, мы изменили направление, а потом будет, по-моему, отец, да, кстати, как его, с Натальей проходить. Что это скажешь? Место. Так, Стюарт, пожалуй, самым подходящим телом все же будет та маленькая девочка. Не знаю, никак не могу понять планы смотрительницы. Превратить всех в зомбаков. Ля, какой аквариум. Дон Дистали библиотека. Как мы пройдем? Должен быть какой-то способ пройти дальше. Думаешь? Может, куда-то надо выстрелить? Может, куда-то надо выстрелить или нет? Ладно. Значит, нам вниз, наверное, я не знаю, без понятия. Кажется, сам тут первой. Так, сапфир. И что нам даст этот сапфир? А, без понятия, да? Но явно нам не переключать эти шлюзы. Явно нам не переключать эти шлюзы, да? И явно не на лифту назад. Ну да, тут все.
Все выключено. Ладно, ладно. Я, значит, что-то упускаю. Что именно? Я упускаю. Так, что у меня тут? Патрошки, да? Нам надо как-то туда. Каким образом? Ну, думай. Нам нужно эту штуку опустить. Да, нам нужно эту вот штуку опустить. Только как ее опустить? Может, тут где-то есть кнопочка. Где тут кнопка? На той стороне аквариума что-то есть, но не пойму, что это. Ручка. Пол, похоже, аквариум переместили. Вот она чё. Не зря я, да? Не зря я таки его разбил. Идем. Наверное, все-таки в нужном направлении. Вот и встретились. Hello. Где они стали библиотеки? Прошли столько, чтобы просто попрощаться. О, я тронута. Но дело сделано. Я поборола страх и заслужила право стать богиней. Из стекла выйди, и я покажу, что ты за богиня. Угу. Все, что осталось, это пройти последнее испытание. Пересечь последний рубеж. Она нас слышит вообще? Ты нас слышишь? Алло. Спасением моего брата стала смерть. Скоро оно станет и моим. Я разделю судьбу и вскоре превзойду его. Что ты хочешь сделать? Спастись. Жесть. Прямо так. Жесть. Так, и что? Внимание! Инициированы конфиденциальные протоколы. Внимание! Самоуничтожение верхнего шпиля объекта начнется немедленно. Ага. Если вы находитесь в зоне поражения, сохраняйте спокойствие. Да сохраняю. Надо валить отсюда! Чтобы ответ она забрала. Назад к лифту! Скорей! Я с этой ненормальной в один гроб не лягу! Согласен, побежали. Нормально стояли, общались, нет, вот это вот начинает. Давай. Убегаем отсюда. Погоди. Не, неправильно. Неправильно. Широкую на широкую. Не, погоди. А как мы отсюда? Куда?
Так, куда бежать? Ага, вот, все. Теперь сюда и на лифт. Ну, как обычно, он сейчас обрушится, либо на нас бабайка нападет. Ну да. Как обычно, и не говори. Будем сами спускаться. Каким образом? А, понял. Ну, чувствую, мы так долго и нудно, да, будем спускаться? Так, без паники, без паники, еще чуть-чуть. Еще крапулечку. Так, налево, направо. Ага. Думаю, направо. Нам сейчас тут крафтить что-то новое. Я думаю, нету никакого смысла, да? Помощь нужна. Ладно, давай поищем. Давай поищем, что у нас тут есть интересного. Ящик для магнума, потрошки, да? Да, я думаю, оно реально того стоило. По-любому. Главное крыться, полутаться, ребят. Ты права. Тут что-то есть, но я не вижу, что. Да ты шо? Да ты шо, даже так? Ладно. Ладно, понял. Беги! Блин, ну мутанты, я думаю, тут лишние уже. Тут непонятно, что тут рычит. Ага, правильно. О! Давай. Издеваетесь? Охуительный аварийный выход. Прыгай. Запуск второй фазы протокола. Если вы все еще в зоне поражения, то можете начинать паниковать. Можете начинать паниковать. Пока справляюсь. Весело. Ну, я думаю, мы там не будем, да, лутаться в этой штуке. Или потратим пару секунд, чтобы посмотреть, что там находится. Я думаю, нет, да? Это было бы максимально тупо. Так, куда? Назад. Ага, понял. Понял, понял. Не помогай, я сам. Все хорошо, мне не тяжело. А что дальше будет? Вести капчу или что? Но
Давай. Скорей! Клянусь, что выберусь живой из этой жопы! Ты куда? Алло? А можно чуточку быстрее? Чуточку быстрее можно? Да сними каблуки и просто побежали. Прыгай. Прыгай. Проклятие. Надо перейти на ту сторону. Так. Держись, я что-нибудь придумаю. Давай. Отлично, побежали. Ты сможешь, Клэр? Да я знаю. Я все смогу. А? Понял. Не, присядь. Все, теперь отойди. А теперь подвигали. А теперь побежали. Вся башня рушится. Да я это понимаю. Так, у нас 2 минутки осталось. Держу в курсе, у нас осталось 2 минутки. Куда? Вниз? Не. Да. Бежим. А я правильно бежим или неправильно бежим? Надеюсь, что правильно. Блин, минута осталась. Ты справишься! Да я знаю, я в курсе. Все будет хорошо. А какая разница с... За каким персонажем? А, понятно, она должна была и спасти. Она должна ее была и спасти, понятненько. Мойра! Мойра! Я вытащу тебя! И что делать? Иду. Боже, помоги. Дон, где стала библиотека? Тут 2 варианта. Либо Мойры реально сейчас не станет.
Клэр, открой глаза! Клэр, очнись! Клэр! Барри? Что случилось с Мойрой? Мойра была с тобой? Барри... О, Боже... Извини, пожалуйста. Она... Не получилось ее спасти. Мойра, как так, детка? Мойра. Наталья. Ты в порядке? Что случилось? Наталья, солнышко, где Вескер? Она куда-то ушла. А, ладно. Главное, что ты жива-здорова. Куда бы она ни смылась, мы поймаем ее. Тебе не больно? Нет, курица довольна. Нет, просто вырубился. Тут два варианта. Либо реально она живая, либо ее завалило камнями. Тогда нам бы вернуться на утес. Хотя что-то мне кажется, что в конце мы будем с ней сражаться, она типа будет боссом. И ему придется ее мэкнуть. Нашему вот этому бате. А, ну да, у нас патрушка вообще по нулям. Патрушков у нас вообще по нулям. Ладно. Будем сейчас что-то думать. Тихо, меня глюкнуло или я там кого-то видел? Не глюкнуло. Может, оттуда сможем подняться? Может. Идем тогда в ту сторону. Идем. А как нам туда пойти? Как нам туда пройти? Через низ? Нет. Ладно, давай. Давай искать. Ах ты падла. Пугай, да, будешь меня? Козюля. Вот это козюля. Ага, ты сейчас, да, проснешься? Уже нет, эти должны проснуться. Слышь? Все, спадки. Спадки, спадки, спадки. Не-не-не, спадки. Отдыхай себе спокойно. Чё ты вот это вот начинаешь? Давай, царапка, побежали. Убежали. Ё-моё. Своими культяпками машешь. У нас нету тут ничего, что мы можем соединить. Нет, нету. Так, а давай залезь. Интересно, он ее будет обижать? Так.
Так, погоди. И погоди. Заперто с другой стороны. Это с какой? Как мне сюда пробраться? Ой, ну и все, и вообще даже не интересно. Да, иди сюда. Все? До побачення. Падла. Так, надеюсь, там что-то стоящее. Ящик с деталями, ну, такое себе. Так, давай сюда. Давай сюда. Как туда попасть, я без понятия, ну. Я думаю, нам в принципе не надо, да, туда? Нам сюда вниз надо. Давай, пошли. Я пойду вперед. Давай, пошли. Все, умничка. Как краны на свалках автомобилей. Конец тропы, придется лезть на кран. Спуск будет долгим. Ну, а ты по-другому как рассчитывала, что типа сразу опа и финал. Не, это так не работает, да? Это то есть мы сейчас должны будем нашу царапку, да, туда посадить? А ты подняться не хочешь? Иди за мной. Извини. А что, извини, ты не можешь сюда подняться? Правильно понимаю? Тё. Не пугай меня. Не пугай меня. Хорошо, надо было ее, значит. Значит, было надо, было надо, было, было надо. Надо вот так вот делать. Все. Отлично. Давай. Ехай ко мне сюда. Побежали. Или неправильно? Или неправильно? Или правильно? Так. Ну и опять же. Ну и опять же, и куда тут? Да, аккуратней. Надо.
Тут, наверное, вниз, да, тут наверх. Честно, если честно, я без понятия. Честно, тут без понятия. Надо как-то туда добраться. Только как это сделать? Эти вот головоломки ваши заставляют меня нервничать здесь. Ну, а дальше, наверное, вниз, да? Ну, как-то это ж можно пройти. Как-то ж это ж можно пройти или нельзя? Ага, вот лестничка есть. Слышь, отправь меня обратно. Хочу кое-что посмотреть. Так, значит, нельзя, да? И тут тоже. Ага, тут надо по лестничке, значит. Значит, вон туда по лестничке и как-то тут пройти вон туда. Так, ладно. Куда нам надо? Нам надо вот на эту лестничку. Только не знаю, мне надо малыху нашу туда отправлять или... Или его. Сейчас будем разбираться. Это да! Вершина всего мира! Ну да, мы не говорим. Ну, давай. Он вот-вот развалится, но, кажись, мы успеем перейти. Нам на ту сторону надо, да? Так, за мной. Правильно, не? Лё, игра, подскажи мне, что ты от меня хочешь? Я сюда не пройду? Серьезно, я сюда не пройду? Ага, мне теперь надо попасть как-то... Как краны на свалках автомобилей. Погоди, погоди, что-то тут... Что-то тут не сходится. Что-то явно тут не сходится. Неужели нельзя тут пройти? Надо попасть как-то... Как-то сюда, как туда попасть? Алло, игра. Не беси меня. Как краны на свалках автомобилей. Да я это понял, как мне туда попасть, как мне сюда. Попасть. Ну так бы раньше и сказали, ну ё-моё. Так бы раньше бы это бы сказали.
Все, давай. Поехали. Поехали, поехали. Все, теперь сходится. Теперь сходится, ребят. Но сюда мы не пройдем, да? Понятненько. Ясненько, понятненько. Так, нужно сделать вот так вот. Так, мы здесь никак ничего не... Уже близко, солнышко. Справишься? Не сможем. Или сможем? Так, и, наверное, надо, чтобы она нас... сюда перетащила. Да, все правильно. Мы решили таки головоломку. Мы таки ее решили с вами. Да, и сохранение пошло. Ну, может, ты подвинешься? Встал прямо на проходе. Я тебя разбудил? Прости. Прости, что я тебя разбудил. Прости, прости. Ложись дальше, отдыхай, бойники. Поехали. Так, пролагала, хорошо. Должно быть, это вход в шахту. Барри, есть одно место под землей. Думаю, там мы ее и найдем. Что-то вспоминаешь? Трудно сказать. Я это место не помню. Но, кажется, я здесь была. Ну, ничего. Просто нужно время. Не подгоняй. Согласен, да. Не торопись-ка. Полгода информацию по крохам собираю. Не остановлюсь, пока не найду все ответы. Угу. То есть, я так понял, у нас еще на 6 часов, да, будет игры? Ладно, ладно. Но явно ж не сюда. Или туда. Явно туда, ладно. Ага, все хорошо, не переживай, сейчас я приду. Все, не переживай, сейчас я приду. Так, бутылка взрывчатка. И что, нам вниз? Ладно, допустим. Ага, все. Поехали, заходи. Спускаюсь. Поехали, зайчик, заходи. Ты умрешь, дитя. Звук из браслета. Не слушай. Прошлое тебя догонит, фальшивка. Это
Когда ты сдохнешь. Точно долбанутая. Ага. Не переживай, мы ее мэкнем. Вместе мы сильнее. Пошли, найдем ее. О, здорово. Слышь, Сплинтер, а где черепахи? Где черепашки нельзя? Так, карта обновлена, хорошо. Хотя мы с вами без карты все найдем, правильно? Зачем нам вот эти вот карты с вами? Так, пистолет. Газ, дальше опасно, солнышко. Я все равно пойду с тобой. Ну, если ты уверена, то пойдем. Ну да, пошли. А у нас противогаза нету? Старайся глубоко не дышать, а то эта дрянь попадет тебе в легкие. Так она уже попала. Тут дыши, не дыши, она уже попала. Не знаю, куда мы спускаемся, но надеюсь, что правильно. Надеюсь, что правильно. Блин, это кашлять, что мне хочется с ними за компанию покашлять. Ага. Слышь, а ты как выжил? Алло. Скажи, пожалуйста, а ты как выжил? Так, начинается сейчас. Сейчас все проснутся, да? Сейчас тут начнут байки просыпаться. Все, 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 успокойся. Ля, обнимашку хочет, да? Хочет обнимашку. Так, а можно отсюда выбраться, пожалуйста? А все ниже и ниже. Она как раз там. Давай поищем спуск. Давай. Давай поищем. Понятно. Понятно, 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 что ничего не понятно. Ключ от подъемника. Этот лифт может спустить нас вниз. Ясно, сейчас нужно будет найти какого-то монстра, у которого будет ключ, да? Правильно я понял. Наверное, у тебя, да? Ты чего? Алло. Ты издеваешься? Алло, 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 алло. Алло, отстань. Алло, жижа, отстань от меня.
божечки ты мой. Отстань, пожалуйста. Ага, а у нас нету, да? Этого лекарства, ладно. Ладненько, ладненько. Нету лекарств, так нету лекарства. Хорошо. Заперто с другой стороны. Ну, я так понимаю, нам не сюда, да? Или сюда? Хорошо. Ага. И что это дало? Что это дало? А прям ничего, да? Так, погоди. Там тупик, значит, мне надо сюда его как-то подвести. Вот в эту штуку. А зачем? А, вижу. Вижу, вижу. Вижу, куда мне надо. Все, и давай наверх. Давай наверх. Я бы еще попадал бы. Если бы я еще попадал бы куда надо, да? Жесть. Так, понятно, зачем мы эту дверку открывали. Чтобы взять эту штуку. Надеюсь, мы в правильном направлении идем за карточкой, а не просто ищем какие-то типа патроны тут. И чтобы просто полутаться. Говорится, не чтобы просто полутаться. Давай, давай, залазь. Так, царапка, за мной. Ты идешь? Вот, ключ от подъемника. Отлично. Не-не-не, можешь не подниматься. Все-все-все, нам обратно, зайчик. Пошли. Все, зайчик, нам обратно. Идем, царапка. Так, и здесь должны сейчас напасть бабайки на нас, не? Или не, или не будет. Если мы ее запустим, она удалит весь газ. Серьезно? Ну как только мы удалим газ, так сразу и начнутся тут неприятности, да? Ё-моё. А зачем я сюда?
спустился. Кто мне скажет, зачем я сюда спустился? Типа, чтобы что? Только не веришь, что сейчас откиснешь. Ой, а тут тупик. А тут тупик. Блин, бесишь меня, игра. Все, ключ-карта у нас. Погоди, а как мне... Куда мне вообще идти надо? Мне надо к той штуке, а как мне туда попасть? Как я тут проходил? Где она? А, вот эта вот штука. Мне туда надо. А как туда попасть? Ага, вот как. Я явно не туда пошел был. Явно не в ту степь, ребят. А обратно мы не попадем. Я не посмотрел и не открыл там лестничку. Честно, я без понятия, куда тут идти. Там лестница должна была быть спущена, я не спустил. Так, ладно, не сюда. Не сюда, не сюда, а куда тогда? Ай, погоди. Давай разбираться. Блин, явно, наверное, не сюда, да? Царапка, куда нам тут идти? Это вообще какой-то выход нашел. Ты вообще какой-то выход нашел, ну да. Блин, а как я туда попал был? Никто не помнит. Как я был туда попал? Че я эту лестницу не заметил? Хороший вопросик. Все, и без вас тошно. Ясно, не сюда. Не сюда. Такс. Алло, игра. Ага, все. Правильно. Или нет? Отлично. Тихо, тихо, только не ври, что ты сейчас откиснешь. Ага. Даже так?
Ладно, ладно. Ладно. Блин, а... Вот это вот прям блин-блинский. Хорошо, нам нужно попасть как-то... Как-то куда-то. Вон туда нам нужно попасть, чтобы запустить. Как это сделать? Нужно вон там открыть дверку. Это значит, нам нужно идти сюда, правильно? Ну, то есть, аналогическая логика. Направо и направо. Или нет? Или неправильно? Там закрыто, там закрыто. Надеюсь, мы правильно идем, потому что не хочется реально пятый раз уж откисать. Все, наверх. Нет, не наверх. Так, а где... Где наш зайчик? Все? Типа, это все, мы сюда пришли ради... Мы сюда пришли ради этого сундучка? Стой здесь! Не могу! За мной! Не могу! А что ты можешь? Не стой здесь, не за мной, да? Не могу поднять ногу. Не ногу, а ногу. Так, там мы были, там закрыто. Значит, пробуем сюда. Значит, пробуем сюда. Падла, пугаешь меня. Не, значит, не сюда. Значит, не сюда, значит, туда надо попробовать. Так, хорошо, набрали воздух в грудь и... Побежали. Понятно, бутылочка. Налево и направо. Угу. Так, там тупик. Там тупик. Нет, пожалуйста, нет, 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 нет. Я не хочу тут опять блукать. Блуждать. Вот, дверка. Чуть-чуть дверки осталось. Чуть-чуть до дверки осталось. Как ты меня бесишь, игра. Такие моменты. Все, отстаньте от меня. Отстаньте от меня.
Так, беги, 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 беги. Не-не-не, даже и не вздумай. Даже и не вздумай. О, здрасте. Здравствуйте. Как ваши дела? А вы мне тут решили мозги, да, немножко покомпенсировать, я так понимаю. Так, а я могу тут пройти? Все, до побачення. Думаешь? Так, это мы что-то открыли, да? А что открыли? Нет, 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 нет. Не, 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 не. Падло. Да-да-да, я понял. Я понял. А можно мне пройти? Я хочу просто пройти, не надо мне никаких бари. Можно мне никаких бари, можно мне просто пройти или нет? Понятно. Понятно, понятно. Самое тупое, тут и бежать нельзя, да? Здорово, чувак. Здорово, чувак. Не-не-не. Я так понимаю, мы с тобой открыли ту штуку, которая была закрыта, откуда мы там пришли. Сейчас как раз проверим. Как раз заодно проверим. Не-не-не, ребята, встаньте. Алло. Алло, отстань. Давай, 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 еще чуть-чуть. Неужели мы это сделали?
Вот я логику игры не понимаю. Вот будь это на самом деле, я думаю, тебе бегал бы там, где вот этот вот дым. Нет, я пытался как-то через эти штуки пробраться. Ну, то есть пролезть по канатам, залезть как-то. Теперь можно пройти. Ну ладно, допустим. Поехали. Чего это Вескер от тебя надо? Не знаю. Я с ней мало говорила. Мне тогда очень хотелось спать. Ладно, тогда придем и сами спросим. Не уверен, что она нам что-то ответит. Потому что она себе мозги вынесла. Будто прокисшая кастрюля супа. Так, надеюсь, там нет никаких монстров, потому что у меня... Протокол не обнаружен. Нужна аутентификация. Полоса удачи закончилась. И что ты предлагаешь? Кажется, я видела раньше этот сканер. Да? Может, ты откроешь его? Могу я тоже попробовать? Давай. Протокол обнаружен. Доступ открыт. Моя ж ты царапкаля. Наталья, ты как это? Не знаю. Так, побежали. Пора умирать, Наталья. Я не дам тебе проснуться никогда. А мы как бы и не спим. Барри. Да. Интересный интерьер. Согласен. Я как в кино. Мы могли бы тут жить. Ха, говори за себя. Я сыт по горло этими особняками. Так, спишь, да? Понятно. Понятненько, а что ты тут охранял? А ничего не видно. Так, канистра с бензином, конечно. Хорошо, но у нас, по-моему, бутылок нету, чтобы делать взрывчатку. Подло! Отпусти! Осторожно! Капец. Капец испугал. Падла, чтоб тебя вечно так пугали. Ключ-амбреллы. Так понимаю, сейчас тут еще, да, минут 40 мы будем что-то искать, какой-то ключ. Так, что это? Ага, вот и бутылочка. А что у нас со здоровьем? Все плохо, да, я смотрю? Или что, все так потемнело?
Ладно. Алло, а можно мне хоть что-то увидеть? Зря, наверное, да, я в него стрельнул. Да. Зря в тебя стрельнул. Отлично сработано. Зря я это сделал, ребят. Так не делайте. Ну ладно. Хорошо, что мы с вами взрывчатку сделали, а у меня патрушка вообще ноль. То есть я не знаю, как мы сейчас будем с кем сражаться. Как тут и с кем сражаться, если у нас ноль патронов? Так, все, не трогать. Трогать, не трогать, у нас коктейль Молотова только остался. Думал, что и Ураборос сможет к рукам прибрать. Урас-Борос. Так, а можно пару патрошков? Хотя бы к пистолетам. Так, сегодня мы как начинаем, так и заканчиваем. Карточку второго уровня, ну да, но не может быть все так просто, согласны? То есть не может игра нам просто дать все и... Допуск первого уровня, нам нужно второго, да? Где его тут искать? Ладно, ладно. Ладно, ладно. Давай смотреть, но мы не пройдем, я уверен, да? Да, второго уровня надо. Так, что здесь находится? И нужно ли нам сюда? Крица, I don't know. Ладно, чтобы эти сейчас бабаки отсюда не вылезли. Ой, а там кто-то вылез, да? Все, ребятки, просто отдыхайте, просто все. Просто спокойной ночки, отдыхаете. А мы там были? Мы тут были или не были с вами? По-моему, нет. По-моему, мы здесь не были. Вот первого уровня. Отлично. Можно мне здесь карточку второго уровня? Или нельзя? Так, дымовой порошок. Это, конечно, вкусно. Ключим. Ага. А в одной из них, наверное, будет зомбак, да? Ну да. Все хорошо. Ну, это должно было случиться. В каких-то из этих ящиков по-любому должен был быть зомбак. Нам можно теперь наверх обратно бежать или нет, или да, или нет, или да.
Ёб твою. Не-не-не, все, забирайте коробочку себе. Мне не надо. Так, убегаем. Пусть коробочку себе забирают. Побежали, побежали, побежали. Забирайте. Забирай коробку себе, я тебе серьезно говорю, мне она не надо. Все, отстань. Отстань, отстань, она наверх. Вот это вот прям принципиальное, говорит, моя коробочка и все, и ты хоть стреляй его. А я сюда ходил, я не помню. А, ну да. Здесь мы с вами нашли как раз и карточку первого уровня. А здесь сверху должна быть дверка. Вот. Ключ эмблема, ключ амбрелла. Ключик, ключик. Ага, мы отсюда пришли. Хорошо. Тут, по-моему, где-то дверки должны были быть. Бонжур. Дон листала библиотека. Бля, ты крыса. Больно в ноге. Самое тупое то, что у меня нету патронов, а по-другому их никак не мэкнуть. У той подруги хотя бы фонарик был, который светит в глаза. А здесь же ничего и нету. Что-то мы взяли. Ящик с редкими деталями. Да ты шо? Я бы сказал, куда тебе эти ящик засунуть надо, но... Ну ладно. Ну ладно, не буду. Так, хорошо. Так, наверное, ребятки, знаете что? Мы с вами в следующей серии продолжим изучать этот замок, потому что в этой уже не получится, потому что реально уже сильно дула. Во времени мы тут бегаем. Так что все. Всем спасибо за просмотр. Я думаю, в следующей серии здесь как раз и встретимся, да, царапка? Все, всем мур-мур, пока-пока и до потом.